опасно. Ну, скорее, это была передача, как кажется, да. Но дополнительный рикошет придал движению шайбы остроты. А вот перехват. Побежал один Мечков. Один Мечков, и это 1-0 фактически. Нет, смотри, поднимай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, извините меня, это мастерство, конечно. Матвей Мечков сравнивает счет нашего матча за 4:48 до конца второго периода. Выход 1-1 очень уверенно реализовал главный звездный молодой хоккеист команды «Чисто Питер». И всей России, пожалуй. И всей России, да. С этим сложно не согласиться. Потеря у синей линии, на синей линии соперника. Евгений эту шайбу фактически подарил Матвею Мечкову, и тут без проблем.